Это не идет с ансамбля приехали, а вот тренировку возьмем. Было трошечка вина, так мы только потренировали. А, была тренировка, значит, знатная была. Краковяка давай. Давай. Я же робил 20 лет шофером. Вот здесь мы брали торфокрошку под Березья. Мы же тут всю торфокрошку выбрали. Да, 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 да. Через Забрезья возили тут, аж под Березин, с Палачаны проезжали, все, что поля возили торфокрошку. Да, да. А тогда уже я их не пошел шофером. Тогда еще робили, мы же журавцы убрали. Вот, или, знаете, это за вишня туда. Журавцы, там тоже наши коллекции были, там саножатель были, ездили у саножатель, поедем целый месяц, и тяжко же было, это 40 годов назад, поедешь, понимаешь, на коровку косишь целый месяц, комаров кормишь же, ты понимаешь, и возик осаки какой достанешь, вот, и годуй коровку, а кто и две держал, я и две держал. Я жил уже с женкой, а как примака, а теща собеж хотела коробку, я совет. А сейчас Соловей там разбойник таки был, ходил, председатель Селена. Сегодня коров не нельзя. Мы по кустах ховали коровы, теперь бери хоть 20, хоть 100 держи. Все позарастали, стежки дорожки. Ты можешь завершенно поразить. Ну, такое получилось в жизни. Коллеганка. Доходишь, ножки пустеют. Покой Иванович. А уже как вы тут гамон, так все, останется вёска пустая. Да. Ну, вот там что соседи, я купил, что можно там. Что-что? Ты скажи про скольки? Ну давай. Где там детки завидели? Сказали про детских видели. Пойдем перекусим.